На площадке встретились соседи по турнирной таблице. На этот раз соперником «Спарты НК» стала команда из Самары. Видновчанки уже выполнили спортивные задачи на сезон, но очередная победа будет не лишней. У нас турнирная задача выполнена, мы в восьмерку, скорее всего, попадем. А дальше нужно готовиться уже через эти игры, развивать игроков, готовиться к играм плей-офф. К концу первой половины матча команде из Самары удалось выйти вперед со счетом 41-28. В большом перерыве видновчанки обсуждали с тренером дальнейшую тактику, а трибуны поддерживали хозяек площадки. За кого болеете? За «Видное». За «Спарту НК». За «Спарту НК». Чего бы вы могли пожелать команде в сегодняшнем матче? Собраться получше и выиграть. Нужна победа, тем более всем Самара такой сложный соперник, она хороший бой дала. Да, не может быть выше в чемпионате, но это ничего не значит, сезон продолжается. Конечно же, удачи, большой победы. Я думаю, мы выиграем. Во второй половине матча «Спарте НК» удалось вырваться вперед на 12 очков. Но «Самара» в конце третьей четверти сравняла показатели, добившись счета 46-46. По итогам основного времени команды вышли на боевую ничью. Но в овертайме самарчанки смогли вырвать победу. Матч окончился со счетом 72-77 в пользу команды с берегов Волги. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».